Привет, дорогие подписчики и случайные зрители моего канала. Мы продолжаем играть в Alien Isolation. Открывайся. В прошлой серии... Слышу. Вижу какую-то активность на терминалах в лаборатории андроидов на самом верху. Рипли, Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов? Нет уж нахрен! Соберись. Если Сэмюэльс урезонит Аполло, андроиды придут в норму, и все закончится. Понимаешь? Ладно, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну и давайте сохранимся. Опять на лифте. Окей, я не против. Только не встретить бы кого по дороге. Так, мы же тут уже были, да? Можно уточнить. Да! Центр управления. Значит, мне сейчас нужно развернуться. Все, я понял, где мы. Мы же вечно бегаем, да? Реалистично. Хотя, может, и не вечно. Что это за звук был? Какой-то звук. Мне он малость не понравился. Тут, по-моему, бабёнка сидела, да? Где-то. Нам сюда, да? Нет. Это госпиталь. Тоже мерзкое место. Устройство не работает. А, ясно. Батончик. Ну... Нам по-любому сюда. По-моему, это будет уже новая локация. Но врать не буду. Может и нет. Так-с. Черт, я-то думаю, что с ним. В лабораториях андроидов сработала сигнализация. Лифты заблокированы. У меня такое ощущение, что андроиды Сиксон совсем не рады встрече с моделью Вейланд Ньютони. И как мне подняться? Влезть через вентиляцию в шахту лифта, а оттуда в сервисный центр для андроидов. Андроиды как... Андроиды, конечно же, у нас конченые. Так, что у нас в терминале? Ты только не злись! Я пробрался к шахте лифта и задраил за собачий люк. Ой, блядь! Что я несу? Так. И задраил за собой люк. За мной по пятам шел андроид, так что пришлось оттуда валить. Если найдешь чей вскрыть... Если найдешь чем вскрыть панель, вот код 8382. Ясно? 8382. Запомним. 8382. О, не, это я читать не буду. 8382. Надо запомнить. А, это, собственно, вот сюда. Восемь, три, восемь, два. Не так трудно, в принципе. Восемь, три. Как? Как? Как убрать? Да. Давайте заново. 8-3. 8-2. Что у нас тут?
Нам, наверное, сюда. А вообще, по факту, какое задание у нас? По шахте лифта. Ясненько. Но нам сюда, вероятно. Не люблю такие хрени. Ага, вот и шахта. Ого. Что-то у нас тут невообразимо высокое. Мне, конечно же, очень интересно, что будет, если я туда упаду. Но проверять особо не хочется. А, вот лестница. Я тоже думал, прыгать надо. Если выключим... Ну да, не так темно. Оп, нормально. Ой. Плохо! Ебать. Хо-хо! Чёрт! Охереть. Ладно. Ага, значит не так-то уж и высоко. Да ладно, сейчас не об этом. Куда дальше-то? Ну забрались мы сюда, и чё? Не. Правда, чё делать-то? Мне вот это интересно. Блин. Все гениальное просто. Давай залази. Ничего интересного. Давайте сюда. Темно. Какого черта? Не хочется особо батарейки тратить. Ага, кажись, проехал, да? Какое-то движение. Ну. Андроиды здесь. Ох, а, это андроиды. Их сделали довольно крепкими. Знаете, напоминает фильм «Невидимка». Там примерно так же натягивалась эта кожа. О, блядь! Ай. Знаете, ребят, у вас уже шутки какие-то не смешные становятся. Сохраняловка у нас там. Рикардо? Я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. Ага. В смысле? Приходят умирать. Никакой реакции. Почему я их не могу обыскать? Рядом враг... Блядь. Кто враг-то? Тот, что сзади меня? Судя по всему, да. Ой, блядь. Паранойя просто. Блядь. Черт. Ну, знаете, меня радует то, что они мертвые. Направо. Окей, все работает.
чему идет этот провод. Давайте посмотрим. Вот к этому терминалу, что ли? Ага, еще один генератор. Давайте включим его тоже. Дверь раскурочена. Не подобраться. Слишком высокий... слишком высокий уровень энергии. Давайте его опустим. Нельзя. Черт. Ясно. Ой. Ой-ой-ой. Почему стало так темно? Как бы они все не ожили, а? Есть у меня такие опасения. Нет места. Ни под что у меня нету места. Аптечка. Еще одна аптечка. Создать. Ну, крафт же на аптечках не заканчивается, верно? СВУ. Звуковой генератор. Коктейль Молотова. Вот, не знаю даже, что сделать. Давайте звуковой генератор. Почему бы и нет? Ну, и заберем все, что там остается у нас. Так, что у нас в терминале? Комната переформатирования. Ага. Спеддинг. Я послал наверх пустых андроидов, чтобы было что показать VIP-клиентам. Если ты не в курсе, их надо просто положить на постамент в комнате. Переформатирование. Они подключатся к Аполло и загрузят новейшую прошивку. Надеюсь, клиенты купят. Рассел. Блять, это новая прошивка? Говно, на самом деле. Баганутая. Надо патча ждать, а то они конченые. Официальный представитель компании Сиксон. Сегодня утром послушаем. Я обнаружил у себя в квартире андроида, а когда спросил его, как это понимать, он на меня набросился. Мне пришлось бежать из собственной квартиры. Требую немедленно отправить ваших самых вменяемых техников к ядру Аполло. Пусть разберутся, что происходит, и сообщат мне. Да, это, конечно, пиздец. Давайте посмотрим, что будет, если включить все такие штуки. Что-то явно да будет. Блять! Вот это было неожиданно. Черт, ублюдок, не смей! Он же сейчас убьет меня. Какой живучий! Беги. Давай, беги. Беги, беги, беги. Так. Живучий оказался, очень живучий. Хотя я две пульки, конечно же, не попал. Но все же живучий чересчур. Так, ну и давайте аптечку на всякий. Да вы, какого черта, надо еще одну. Ну и сразу же сделаем, давайте. Аптечек много не бывает. Создать. Все, уходим. Да. Восстал из мертвых. В принципе, это было довольно-таки предсказуемо. Чего? Ладно, что это у нас? Опять батарейка села. Давайте ломать. Ага, вот сигнал. Раз, два, три.
Ну-ка, где... Все. Не, времени на самом-то деле дают достаточно много. То есть даже такой слоупок, как я, может спокойно взломать эту хрень. Еще было за этой дверью. Ну, судя по всему, это все. Это был последний генератор. Я прав? Теперь можем включить. Да? Все, нормально. Такс. Мне это не понравилось. Я видел какую-то тень. Какой-то силуэт. Мне нужен доступ к Аполлу. Ага. Немедленно включите транзитную линию. Транзитная линия Аполлу только для сотрудников компании Сиксон и андроидов. Ясно. Значит, придется говорить с Аполлу напрямую. Биологическая угроза уровень Омега. Все решения отозваны. У меня нет на это времени. Черт. Парень, ты крут. Молодец, чё. Хорошо иметь таких союзников. Блин, ходил бы он всегда со мной, а? Чужой бы на него не нападал. А он бы чужого вполне спокойно отпиздил. Ну как? Вряд ли бы вполне спокойно, но... Ой. Гадость какая. Музей восковых фигур. Так, ты у нас тут раньше главой была, да? Вот это был бы реальный хоррор, если бы они сейчас все встали и пошли на меня, но... Этого не будут делать из того факта, то, что их нереально просто убить. Но один вполне возможно. Сюзанна, милая, сегодня придется все отменить. Мне сообщают о странном поведении андроидов внизу. Возможно, как-то связано с теми исчезновениями. Иди в шоурум и запись. И запрись там. На моем компьютере есть кнопка блокировки. Еще с тех времен, когда эти андроиды что-то строили. Так, окей. Спеллинг, важные клиенты прибудут рано. Ты со своими ребятами. Содействует херня, короче, всякая. Встречи, так. Ага. Ноль встреч. Ладно. Ничего интересного. Вы же все мертвые, да? Вот всегда бы так. Ублюдки. Дверь заперта. Выбраться. Ага, плохо дело. Но не так по-любому выбраться. Можно как-то поподробнее изучить эту местность. Интересно. Куда же, блядь, идти? Никакой вентиляции вроде нет, кроме той, из которой мы пришли, собственно. Тебя-то кто убил?
Не знаю, только назад возвращаться, но какой в этом толк-то? Ха, что мы имеем? Полностью квадратное помещение. Там в терминале нету как-то дверь открыть, я не знаю. Но, насколько я помню, не было. Только сообщение. Верно. И как вы прикажете мне отпереть эту дверь? Опять непонятки. Мне это начинает не нравиться. Не очень-то приятно находиться в комнате с этими ублюдками. В общем, долго я тут ходил. И вот нашел ту заветную кнопочку. И дверь у нас теперь открыта. Вам не назначено. Бля, ну... Я знал! Это было очевидно. Быстрее. Помогай, чё? Мне в любом случае туда. Я не знаю, может пробежать мимо него и Сэмюэлс его вырубит. Но мне кажется, что так, такого не будет. Что-то я задумался. Эмина. Шокер. Давайте долбанем его шокером. Сами убежим. Ой, ой, косой. Не надо так, не надо вот так, ублюдок. Бежим. Пускай мучается ублюдок. Да я знаю. Просто отстань от меня, говнюк. А, так, в принципе, он же там останется, да? Все, нормально. Мог бы даже его, в принципе, и не тратить. Отведение газа в кыл. Окей. Где наш Сэмюэлс? Патрон дробовика, коктейль Молотова. Чертеж улучшен. Ага. Прикольно. То, что чертеж улучшен. Блин, что-то походу дело дикое сейчас будет. Может, Сэмюэлс тоже того? Да не. Надеюсь, что нет. Эмина. Ну смотрите, тут что-то жесткое. Столько снаряжения всяко разного. Уж реально Сэмюэлс того. Смит, прочти это. Что? Что значит ты задраил люк к лифту? Нахрена мне с твоей пушки и Нахрена мне твои пушки и боеприпасы, если андроид, который за тобой гнался, все еще здесь, твою мать? Вроде он меня видел. Он таращится на твои старые журналы у обзорного окна. Так. На заводе плазмы, спускайся, открой дверь, сейчас же, Смит. Так, окей, сопротивление, я не знаю, сколько еще человек тут осталось, но знаете, у меня есть оружие и припасы. Понятно. Это оружие и боеприпасы были того чувака, который здесь оборонялся. Типа, он боялся андроида, которого мы только что встретили. Ну а куда он сейчас делся, это... История об этом умалчивает, так сказать. Да, согласен. Конечно же, согласен. Птичка. Слушайте, неплохо. Там горит что-то. А, он все-таки смог сломать дверь, да?
Ебать! Ну теперь ясно, зачем было это снаряжение. М-мина, М-мина. Надо срочно ее выбрать. Блять, блять, блять. Я не подготовился. СШГ, это не то. Блять. Не, это надо начать заново. Так, на этот раз у меня есть план. Я думаю, к ним подобраться и... запустить мину, когда они будут в огне стоять. И тогда они сдохнут в огне. Я думаю так. Я на это надеюсь, по крайней мере. Слушайте, работает. А, работает, гляньте. Ну, блядь, не все были в огне. План не сработал. Хорошо. Давайте еще разочек. Бля, вы хотя бы по одному подходите, а? Так. Ну и ты остался, дружочек. Призрачный гонщик. Ой, прости, братка, не попал. Но сейчас все будет. Это не ответ. Просто отстань. Может, у кого-то из них есть пропуск? Да, может, у кого-то из них. Давайте поищем. Ну, что-то они не обыскиваются особо. Блять, конченые роботы. Как я вас ненавижу. Пропуск случайно не у того, у кого, кто там в огне сдох, не? А, вот. Пропуск. Чё, ни один в огне не умер, что ли? Чёрт, мой план не сработал. А, ладно. Сэмюэльс. Я о тебе плохо думал. Надеюсь. Что у нас тут? Обнаружен андроид Вейланд Ютани. Попытка несанкционированного доступа. Хотел с ним поговорить, он сразу же выключился. Ладно, его право. Следовать за Сэмюэлсом. Так, вот мы могли бы здесь пройти. Мы этого не сделали. Сиксон. Центр подготовки андроидов. Но мне же сюда, да? А, нет. Слушайте, нет. Давайте хотя бы сохранимся, где у нас все это дело. Вот. Фу. Что ж, ладно. Неплохо. Так. Что у нас тут? А, то есть в любом случае придется подниматься... Понятно. То есть тут мы не пройдем. Знаешь, поднимаемся на лифте. Мы заботимся о вашей безопасности. Просим вас немедленно. Так, на лифте. Лифт спускается в центр подготовки андроидов. Ага, даже загрузчики у нас не будет, да? Ну что ж, давайте мы на этом, наверное, закончим, да? Что ж, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите другие прохождения.
Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого еще не сделали. И удачи вам, ребята. Все сломано. Класс. Что там, ребята?